Простые правила, чтобы не болеть. При инфекции бродящей руки мыть как можно чаще. Если вдруг с друзьями ты пойдешь гулять, то совсем не будет лишним влажные салфетки взять. В школе или по дороге лицо руками реже трогай. Знайте, взрослые и дети, в толпе сейчас небезопасно. Лучше в парке погулять или книгу почитать. Как бы сильно не хотелось в гости к бабушке приехать, лучше это отменить, но почаще ей звонить. Алло, алло! Простые правила. Их может выполнять каждый.